демократия – это голос большинства. Я все время вспоминаю чудесно это... Нодар Думбадзе был такой писатель замечательный. Он сидел все время. И вот к нему подошел вор в законе и спросил: «Скажи, вот ты писатель, вот людей на земле больше глупых или умных?» Подумал, сказал: «Ну, глупых, конечно, больше. А почему тогда голосование большинством решается?» Спросил. Ну да, демократия – это не совершенная система, но лучше пока не придумали. Да, совершенно верно.